После посещения Барвихи главе района, по его словам, стало со всей очевидностью ясно, что решение существующих здесь проблем требует долгосрочного системного подхода. Одним словом, поселению нужен знающий антикризисный менеджер, имеющий серьезный опыт работы в местном самоуправлении. Именно такого человека Андрей Иванов увидел в действующем главе городского поселения Одинцово Александре Гусеве. Мы встретились с жителями, которые к нам подошли, порядка 50 человек, со своей болью, с проблемами, с просьбами изменить ситуацию в самом поселении, конкретно в Барвихе. Нам рассказывали о проблемах, связанных со здравоохранением, с переселением ветхого аварийного жилья, с проблемой коммуникации, с тем, что застраивается дамба, которая жителями использовалась как рекреационная зона, с проблемами того, что не ремонтируются библиотеки, дома культуры, да и в целом со всеми управленческими проблемами, которые за последние 1,5–2 года были в этом поселении. Как вы знаете, 24 апреля состоятся выборы Совета депутатов поселения Барвихинском. И я хотел бы предложить вам принять в этих выборах участие. Не только как кандидату в депутаты, но и в дальнейшем претендовать на пост главы поселения Барвихинского. Я хотел бы предложить вам участвовать вместе со своей командой, чтобы целиком и полностью нести ответственность за все принятые решения в дальнейшем и за наведение порядка. Вы честный, порядочный человек, большой, за плечами опыт профессиональной работы, работы управленца. Уже не первый год управляете большим хозяйством по бюджету, сопоставимому с бюджетом Барвихинского поселения. Однако количество проблем и количество жителей здесь в десятки раз больше. Вы управляете городом, в котором живут 147 тысяч человек, с похожим, еще раз подчеркну, бюджетом и с огромным количеством проблем. Эффективно с ними справляетесь, вас любят люди, вам доверяют. И уверен, что и на выборах в Барвихинском поселении вас также будут поддерживать население. И сформировав свою команду, вы сможете навести наконец-то порядок в этом маленьком, но очень большом с точки зрения бюджета и проблем поселения нашего района. Самая достойная кандидатура на сегодняшний день, огромный опыт работы, доверие, уважение нашего населения. Павел Андреевич, я думаю, что именно вы, именно ваша кандидатура достойна этого поста. Конечно, для большинства одинцовцев возможный уход Гусева – это полная неожиданность. И действительно, Барвиха – сложнейшее поселение. Однако для настоящих профессионалов в решении таких задач и кроется истинный интерес. Спасибо за доверие, потому что город-город, Барвиха есть Барвиха. Я прекрасно понимаю, что проблемы Барвихи, они вначале, может быть, кажутся маленькими, но в конечном итоге это большие крупные проблемы, которые связаны с большим поселком, с большим количеством деревень, населенных пунктов, которые находятся в этом поселении. Поддержка ваша есть. Самое главное – поддержка людей. Если люди поверят в мою кандидатуру, если поддержат, то я готов приступить к работе. Еще раз оговорюсь, люди должны поддержать, поверить, я готов работать. Предварительное голосование, так называемые праймерис, пройдут на Барвихе уже в ближайшее воскресенье. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».